Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Друзья, всем привет. Меня зовут Артём, вы на канале A Video Games. И сегодня мы с тобой продолжаем проходить Sekiro Shadows Die Twice. Но уже завтра начало Shenmue 3. Не пропусти. Подписывайся на канал, если еще не подписался. Ставь лайки, пиши комментарии. И параллельно у нас будет аж целых 3 игры. Это Sekiro, Shenmue 3, а третий пока в секрете, расскажу попозже. Так, мы тут, короче, сходили куда-то вон туда. Так, ты что не цепляешься? Ну давай, ну волк, ёб твой. Я понял. Так, раз, два. Резервуар Асина. Резервуар пидорасина. Так, вот у нас, смотри, тут что есть, какой. Ой. Ты куда ты нахуй? Ну тебе дом сейчас. Стукачок. Так. Собрали. Я так понимаю, это храм. Храм, в котором мы ребенка спасали в начале игры. И если я правильно отсюда что-то разглядываю, кто-то, короче, в этом... Опа. Использован ключ от... Вот она, караулка-то! А я-то думал... Чё за хрень? Чё за караулка? Вот караулка. Вот она. Тяжелый кошелек. Отлично. Денежки, денежки. Денежки, денежки. Так. А что тут должно быть? Нам что тут обещали? Вот что нам обещали? Взять сломанный рог Гёбу. Так. Прославленный рог копье, которым некогда воевал Гёбу Масатака Анива. ГМО. Его острие можно встроить в протез. Дернув рог на себя, можно подтянуть врага к себе и даже сорвать броню. Рог был сломан во время восстания, но Исин посчитал его новую форму идеальной и наградил Аниву крестообразным копьем Сюдзена Тамуры. Вот так вот все у нас пока получается. Так, ну чё, пиздуем тогда крещику. Правильно? Пиздяхаем крещику. И он нам поставит рог Гёбу. Правильно? Так, а чё-то как-то тут не аккуратненько все так. А как мне... О, бля. Неудобняк. А, во. Нормально. Нормально. Черти. Черти, черти. Не надо мне. Это не надо. Блядь! Давай, давай, давай. Уйди! Волчара. Сука, волчара позорная, а? Мопси. А, ты сюда зайти не можешь. Да ёб твою ж мать-то, а? Всё? Всё. Ну ладно. Ладно. Поднабрались опыта, деньжат. И пошли к крещику. Переместиться. Важные места. Разрушенный храм. Так, пошли крещику ставить рог Гёбу. Так, я не посмотрел, стоял там кто-то наверху? По-моему, кто-то там стоит. Большой дядя. Может, великан? Или очередной мини-босс? Или не мини? Мини-бикини-босс. Может, у меня семечко есть? Здорово. Здорово, здорово. Так, отдать семечко тыквы. У вас нет семян тыквы. Ну и пошла в задницу. Все, давай. Покедывай. Так, ну иди сюда, резчик. Дай попиздим. Дай попиздим с тобой немножечко. Что это такое? Смотри, протез. Установить в протез новый инструмент. Встроенный коп... Ну? Это оно? А, ну да. Создать, окей. Создал. Улучшить инструмент. Улучшать нам нечего, потому что у нас
У нас ни хрена нету материалов, да? Все плохо. Где можем материалы купить? А, все, давай. Счастливенько. Счастливенько. Так. А, ну, давай теперь попробуем. Так, звездочки. Звездочками. Топор. Так, огненный клапан. Давай мы его заменим на... Погоди-ка. Есть петарда, есть усиленная петарда. Вот давай встроенное копье сделаем. А это какой сюрикен-то? Сюрикен-волчок? Сюрикен... Бля, я-то думал, чё он у меня не волчок-то? А его, оказывается, отдельно надо ставить. Здесь завести пружинистую. Ну, понятно. У меня обычный сюрикен. Я думал, у меня волчок стоит. То есть, мы что-то улучшаем. И получается... И получается, это надо и выбирать. Так. Вот он, да? И что это такое? Что он будет им делать? Что он будет им делать? Это. Оба! Оп, ни хрена себе. Копьишко. Копьишко. Неплохо так, неплохо. Ладно. Погнали. Погнали. Фу, я уже забыл. Так, в поместье херовато, нам делать нечего. Там всем стало херовато после нас, поэтому мы молодцы. Так, замок Асина. Резервуар Асина, замок Асина. Так, в замке Асина мы в тот раз разделались с этим чувачком, с охраной. Ну, давай сходим, посмотрим, кто там стоит на вершине лестницы. На вершине лестницы. Так, ну тут, как всегда, все снова оживают. Раз, два. Вот не надо тут долбить. Щи не до грязи. Так. Все, да? То есть сюда мы зашли, забрали мы рог. Гёбу. Хуёбу. Так, больше тут нечего взять, да? Ну да, судя по всему, нет. Судя по всему, больше... Опа. А вниз я вот тут, да, могу пролезть? Правильно? Правильно. Опа, тут что-то есть. А что здесь? Дрожешка? Дрожешка? На что ставишь? Глиняный осколок. Ну, конечно. Не очень полезные эти вещи все. Ну, да. Это что такое? Это, блядь, кто? Я понял. Я, бля, понял. И тут сейчас нас еще кто-нибудь засечет, так, да? Тихо. Тихо. Так. И тут хрен пробежишь, да? Свеститься с края. Карабкаться. Так, ну спрыгнуть не вариант. Там елочки. Жопу проколем себе. Спрыгивать не вариант. Карабкаемся. Так. Тихо, бля. Чуть не упал. Так. Так. Что у нас там? Есть что? Есть что интересно? Так, а мы же можем залезть так же, как с пацаном залазили, да? Ну что, стоит там кто? Алло. А. Нихуя у него копье. Нормальный такой черт. Нормальный такой черт. Рок Гёбу просто говно по сравнению с тем, что у него сейчас. О, воспоминания. Пробудите видение, давай пробудим. Он стоит, он не повернется сюда. Волк, ты как-то сказал мне, делайте то, что должно. Но я до сих пор не понял, что я должен сделать, потому что ты тупой. Тупой епоша.
Я не понимаю, почему мне досталась такая сила? Короче, ребенок не в курсинка. Не в курсинка, да и хрен с ним. Так, а тут может что взять можно наверху? Там что-то было, да, у нас до этого? Ну да, то, что до этого было, теперь этого нет. Так, ладно. Ты смотри-ка. С двумя жизнями, сука. Но я так понимаю, одну можно сейчас это, да? Ага. Все, я врубил. Он охрененно быстро концентрацию снимает. Сука такая. Есть нахуй. Ни хрена себе, бля, ни хрена себе. Нормальный такой ход. Бля. Четко он. Ну все, пизда. Короче, я так понял, тут нам заняться нехуй пока. Блять. Ну да, да. Чё-то он какой-то... Какой-то он сложноватенький. Короче, нас отпыздили нещадно только что. Ну ладно, там где-то что-то еще можно было исследовать. Резервуар Асина. Пойдем назад сходим, ай. Оп. Слушай, а мы же так и не вернулись в этот-то. Носатому дядьке хотели помочь с какими-то крысами. Помнишь? Я и забыл. Слушай, я и забыл. Замок Асина. Так, давай к этому. Идем к источнику, к идолу резчика. И вот этим сейчас мы тогда и займемся. Вот что мы сделаем. Точно. А я уже забыл. А это у нас, по-моему, окраина Асина, да? И где мы с Гёбу пыздились в ворота замка Асина. По-моему, где-то тут. Если я все правильно помню, где-то тут. Пойдем поможем. Носатому с какими-то крысами. Так. Насколько я помню, куда-то сюда надо бежать, да? И вон туда наверх, по-моему. Ну, короче, Рок Гёба прикольная тема. Она длинная, она может рубануть неплохо. Здорово, чувак. Или ты чувиха? Ты чего? Я не понимаю, кто это. Ну и хрен с ними. Так, вон он стоит. Правильно, я вспомнил, слушай. Правильно прибежали-то. Так. Пойдем, длинный дядя. Ну что, секира? Не надумал поохотиться на крыс? Надумал, мать твою. Погнали. Хорошо, говорит. Это да, отлично. Если ты со мной, секира, это тебе пригодится. Описание крыс. Прокравшись в землю Асина, поговорите с Тенгу, когда с ними будет покончено. Крысы. Убийцы из храма Сэмпо. Низкорослые, носят бамбуковые шляпы. Их несколько. В последний раз их видели у ворот замка Асина. Что это? Крысиный лик и место обитания крысы. Убей крысу. Если убьешь, я дам тебе кое-что, что пригодится в битве. Ну заебись, я-то думал, он пойдет убивать, а мы ему тупо будем так на подтанцовочке, так сказать, помогать. А он нам дал какую-то хуйню, значит. Убей, говорит, иди крысу. Ой, господи, что это такое, как ее посмотреть-то? У ворот замка Асина. Так, ну я, кажется, понял. Я, кажись, понял, в чем прикол. Короче, когда после Гёба мы мучились с быком, вон там, вон,
три кренделя в шляпе. Помнишь, я еще попытался... Не попытался, а пришлось сибаса от них, потому что они чуть мне писюн не отрезали. Видимо, туда-то мы и направляемся, судя по всему. Но надо их только тогда как-нибудь постелся, что ли. Так. Так. У ворот замка Асина. Я понял. Да прыгай ты уже, прыгай, прыгай. Да более знакомы эти места. Ну вот они. Подслушать. Похоже, истинный правда сильно болен. Земля Асина долго не выстоит, хоть за нас и сражается Генитира. Что за Генитир? А что с другим нашим заданием? Черная шляпа бьется, словно демон у той стороны замка, что близ долины змея. Значит, туда мы и направимся. Но будьте осторожны, барсук черная шляпа без боя не сдастся. Это не про кого вообще? Это вы, ребят, вообще о ком? Так, короче, если что, сибаса вон туда, правильно? Правильно я понял? Так все. Так все, нет? Ой, блять! Ну надо так, а? Взял и сорвался. Взял и сорвался, мать мою, а? Что ж такое? Тихо. Тихо, тихо. Ты меня не видишь. Да... Вовремя, кстати, слетел-то. Ни хрена себе, бля. Хагает, бля. Уйди, чмырь. Сука такая. Блядь, что с ним делать-то? Бежать, блядь, что делать? Просто бежать. Бля, заблудился нахуй. Он бежит за мной. Нихуя себе они геморройщики-то какие, а? Блядь, там второй. Слушай. 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 А они ж сейчас отвернутся, да? Ух ты, нихуя себе отвернулись. Вот он, смотри, смотри. Ха-ха! Готов, нахуй. Черный сон основной дед пороха для алхимии. А, все, я понял. Я тебя понял. Вот хитрожопости я, наверное, смогу их это, да? Взять-то. То есть вот так вот. По стелсу, так сказать. Ну, так с ними туго. Тугие какие, чертилы, а? Ну, ты все там? Ну, все тырит, смотри за мной. Ну, сука такая, а? Ты успокоился там? Твой собрат уже успокоился. И второй тоже. Да ты че, бля? Успокойся, а? Давай пробуем залезть, что ли? Так, так. Что он там делает? Тихо, 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 тихо. А ему невдомёк, что его
коллега по раскапыванию корней дерева не вернулся. Иди сюда. Иди сюда, сучка, да, вот так вот, нахуй, да выебывались. А, мне надо было топор брать, то есть топором же их этот, шлемак можно разрубить по-любому. Топор же крут. Да, надо было. Так, ну я так понимаю, вот их надо было убить, да? Или я что-то ошибаюсь? Не? Ну пойдем к носатому сходим, что ли, тогда. Пойдем к мистеру Носу сходим. Мистер Нос. Уж не знаю, их не их, но надеюсь, что их. Ну, вообще, по описанию похоже. И, говорит, у ворот замка Асина. Ну, вот они, у ворот, реально у ворот замка Асина прям. Прям совсем у ворот. Ближе некуда. О, сдается мне, ты наловил крыс? Да, они. Я знал, что у тебя талант убивать. Чудесно, вот твоя награда, слушай. Тайные учения стиля Асина. Понятно. Подробности приемов Асина, это возможность учить навыки из раздела стиля Асина. По сути, это биография Исина Асина. Молодой Исин отчаянно сражался, оттачивая технику в крови своих врагов. Он объединил свои учения под названием стиль Асина, чтобы утвердить власть своего клана. Красавчик. Так, я научу тебя стилю Асина. Это наш стиль боя, но жестких правил там нет. Нужно просто побеждать в сражениях. Это, собственно, и есть главное правило стиля Асина. Очень умно. Я надеюсь, оно поможет тебе в охоте на крыс. И что главное, во всех твоих будущих боях. Спасибо, чувак. Тайное учение стиля Асина. Ну, я не знаю, полезно это, не полезно. Давай смотреть. Тайное учение Синоби. Тайное учение протеза. И вот стиля Асина. И чё? А мне как бы... Я пока что не понимать. Это все, что мы там на это, да? Контратака Микири. Отражение атак в прыжке. Бег скорость. Ой. Shift. Отражение атак в прыжке. Понятно. Бег скольжение. Опорный прыжок. За спину. Атака с крюком. Так. Атаку вихрь. Понятно. Удар полуночника. Я уже, короче, запутался тут к ебеням. Ну вот дали нам это. Я так понимаю. Его сейчас можно использовать, это тайное учение Асина. Наверное, можно использовать в этом, что ли, учиться. Где навыки? От него что-то брать, нет? Ну, давай сядем к идолу. Нам, по сути, один хрен надо как бы перемещаться. Так. Ну, с этим мы разобрались сегодня, это уже радует. Ну, давай посмотрим. Изучение навыков. Стиль Синоби, стиль с протезом. А, вот точно, стиль Асина, смотри. Что это такое? Дает навык Итимонзи. Боевое искусство в виде мощного удара мечом сверху вниз, выполняемый с шагом вперед. Эффективно снижает вражескую концентрацию и восстанавливает вашу. Специализация этой техники – залог эффективности стиля Асина. Технику можно улучшить. Я понял. Слушай, надо нам срочно 2 очка. Надо научиться. И как называется-то? Итимонзи. Надо Итимонзи будем всяким научиться. Так. Слушай, если мы будем учиться Итимонзи... Надо тогда опыт поднабрать. А где можно опыт поднабрать? А опыт поднабрать можно даже знаю где. Сейчас мы переместимся, чтобы и Тимонзи научиться. Замок Асина. И нам нужен сам замок Асина. Да. Там же босса нет, а лохи есть. Сейчас надо их там побыть немножко. И наберем. Выучим и Тимонзи.
Так, и еще мы где-то лазили. Да, там ниндзя нас прибил в пещере. Какой-то непонятный. Так, теперь что получается? Погибать нельзя. Погибать нельзя. Да. Да иди в жопу. Тут ты мне вперся. Это что было, блядь? Это кто это мне так зарядил-то? Я сейчас, блядь, не понял. Все, никто мне больше тут по горбу-то не съездит, надеюсь. Так, есть нахуй. Есть. Угу. Так. Собрали от петушей тут что-то мы. Смотри, сука такая. Стоит. Стоит говнота. Позорная. Так. Ну давай попробуем тепереча. Че мы тепереча попробуем? Этим налупить двоим. Ой, блин, как это до хрена-то, а? Мы рискуем не выжить вообще тут. Ну и что, свалить сможем? Да сможем. Ой. Опа! Вот не надо, не надо, тихо. Хи-хи! Смотри-ка, свалили. Каким чудом, не знаю, но свалили. Каким-то чудом, но свалили. И он стоит, чертила такая, а? Сучка такая. Стоит, сука такая. Ладно, давай. Спрыгнем пока отсюда нахер. Так, а что у нас там по опыту? До следующего навыка 109. Короче, троих или четверых надо нам убить. Троих или четверых. Так. А, походи. Один? Ты один, мать твою? Главное, чтоб ты был один. Ёб твою же! Ну вот... Так. Лежит. 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 Хе-хе. Так, что по опыту? 67. Ну да. Еще парочку-троечку. И будем новую технику осваивать. Новенькую технику. А тут можно залезть сюда, нет? Нельзя, да? Жаль. Тогда-ка мне копьишко использую. Уж, в принципе, можно выпить, она все равно восстановится у нас. Тот черт нас не видит. Отсюда не видит.
Смотри, какая штука. Нормально? Нормально, намана так, намана, неплохо. Пригоршня пепла. Пригоршня, мать его, пепла заново. Тихо. Кто? Кто шмаляет? Вот этот шалюрот? Вот его ему сейчас и положу. Он ведь шмалял. А я до этого его обхитрил, да? Да. Ну конечно, ты счастлив. Да и сейчас ты. Все? Все, отвернулся нахуй. Отвернулся, козлятина такая. Гондоньер. Отлично. Просто то, что надо. Все. Мы набрали. Мы набрали нужное нам количество, чтобы освоить атаку. Как она там называется? Она, да? Итимонзи. Топ получить? Да. А что такое? Поднимающийся карп. Дает пассивный навык поднимающийся карп. Повышающий урон концентрации при успешном отражении атаки. Отражение или парирование? Корни стелясина в том, как... Подобен карпу, я понял. Так, спускающийся карп. Короче, там фанаты карпа видно. Фанаты речной рыбы. Вонючий. Терпеть не могу карпа. Вонючая такая рыба. Фу-фу-фу. Так, дает пассивный навык спускающийся. Так, отражение атаки за несколько секунд повышается вражеский урон, вражеская концентрация от всех источников. Ну ладно. Итимонзи. Как нам сделать Итимонзи? Давай смотреть. Инвентарь. Где наши удары? А, навыки. Итимонзи. Носите сильный удар сверху вниз. Восстанавливает вашу концентрацию. Это охрененно. Так, все силами носите сокрушительный удар сверху вниз. На ваш... То есть его надо нам сейчас будет куда-то воткнуть, да? А, вот сюда. Итимонзи. Все, я понял. Круто, смотри как. Опа. Как дал нахуй. Вся пылюха прям поднялась. Все так разлетело. Все, я уже на F6 сохраняться собрался. В Black Mesa никак забыть не могу. Так. Ну давай тогда отдохнем, присядем. Ну и, наверное, еще разок на кого-нибудь сходим. На кого-нибудь кабана, да? И мы сегодня завершим. И напомню, завтра Shenmue 3 не пропусти. А, ниндзя у нас вон там был. И там был какой-то великан, к которому мы не пошли. Может, еще раз этого попробовать с длинным копьем-то? Ну, что-то я чувствую не варик, да, наверное? Ну, давай сходим туда. Мы тут были, еще сгоняем разок.
Давай попробуем. Что такое Итимон? Ни хрена себе, вот это Итимонзи. Мне нравится. Итимонзи мне нравится. Четкая херь. Вот это Итимонзи. Как дал, аж сам упал. Что там, волчара, что ли? Ну, погавкайте еще. Гавкай, гавкай. Перепрыгивайте сюда ко мне, чего? А ты что там таскаешь-то? Ты что за херня такая? Что там, блядь, носит, а? А если я туда убегу вовнутрь? Что, вы меня догоните, нет? А мы попробуем? Хрен ли нет? Опа. Я понял. Ух ты, ёб твою ж мать! Я-то, блядь, думал, он сюда не придет. Я тебя понял, все. Извини, дядя толстенький. Нихера себе. Вот это мне башку-то, блядь, в колокол засадил. Вот это засадил, засадил так засадил. Так, еще одну выжрем. Ни хрена. Нормально так. А что с ним делать? Можно как-нибудь постелиться? Бля. Ух, нихуя себе! Эй! Нихуя она у него, блядь, длинная, а? Может быть, сюда? Нет? Так, ты можешь отвернешься от меня, толстый? Я нашел идол. И там, по-моему, сидит торговец. Ну да. Вот это, блядь, хрень. Вот это вот пиздец. Слушай, что получается-то? Тяжелый кошелек. Это отлично все. Получается, мы сейчас его по стелсу можем ёбнуть, да? Волков-то ведь нету. Бля, он реально колокол какой-то таскает. Все нахуй. Хе-хе. Наебали игру-то. Магнетит. Из недр разницы для улучшения среднего уровня и выше. Выковать магнетит для производства прочной стали. Так, круто. Круто. Ну, хоть что-то прошли сегодня. Ну, сегодня, конечно, мы больше, получается, как бы так прокачались, нежели кого-то убили. Ну и ладно. Не каждый же день босса убивать. Давай посмотрим, что тут у кого да как. Так, ну я думаю, идол. Найден идол резчика, это же охрененно. Охрененно. Так, ну пока нам изучать нечего, никакие навыки. Так, давай посмотрим. Так, а дальше-то есть куда идти, да? Я понял, куда-то вниз, куда-то в жопито мира. Ну ладно. Не желаете купить подношение? Желаю. Че у тебя там? Еще, говорит, один. Где покойный там наш брат-торговец? Точно, блядь, еще один. Нам нечистым все сойдет. Давай же, купите подношение. Да показывай уже подношение свое. Продать предмет, купить. Нет, продать ничего не буду. Бабла у меня 484 есть в кошельке. Так, дороже. Немного повысить свою способность к воскрешению. Либо, если у вас есть амулет исцеления, вернуть жизненную силу тем, кто был ее лишен. А кашля больше не будет. Шар трофеев. Нахуй ты мне кошельки продаешь, чувак? Что это такое? Кусок маски дракон. Часть старой танцевальной маски. Маска, очевидно, была разломана на несколько кусков. Этот кусок украшения из ее верхней части.
Бусину можно купить. Руб 40. Сейчас у волка бусин 3. Если принести 4 к идолу резчика, можно увеличить, например, запас жизни и концентрации. Так. А если я все кошельки раскрою, у меня будет? У меня будет до хрена? Я тебя понял. Дай мне кошелек посмотреть свой. Мы поняли. Я бусину хочу купить. Хочу бусину, чтобы у меня жизни еще больше стало, что-нибудь еще там, еще больше. Так. Магнетит. А что с магнетитом-то? Ну, он один у меня, да? Ну ладно. Так. Так. Где? Вот. Знаете, что у нас есть? Тут можно леденцов напродавать. Я ими не пользуюсь. Я вообще не особо понимаю, как они действуют. Легкий кошелек. Тяжелый. Смотри. Давай делаем так. Раскошеливаем. Все три, да? 300. Бля. Наверное, чуть-чуть не хватит сейчас. Ну давай раскошеливать и тяжелый. Так, один пока что. Во, отлично, все, и второй. Они по 500, охрененно. И тяжелый, один. Все, я беру у тебя бусину. Ну быстрее, ты какой, купить предмет. Так, давай мне бусину, мать твою. Купить за 1000, окей. Бусину купили, отлично. Все, у него больше бусин нету, да? Добре, тут умершие покой. Отлично, я рад за них. Дай-ка мне. То есть вот сюда, да? Точно, смотри. Улучшение выносливости. Потрать 4 бусины, конечно. Нанизанные на нитку и поднесенные идол резчика бусины повышают максимальный запас. Мы читали уже, да? Сталевый нос, запас жизни, концентрацию увеличен. Что-то я им не сказал, что прям видно так, что жизнь увеличена. Ну да ладно. Воспоминаний нет, ни хрена нет. Угу. Я понял. Вторые молитвенные четкие. Так. Ладно, давай отдохнем тут. Давай тут мы отдохнем. Глянем быстренько, что там внизу, куда-то можно бежать. Да и, наверное, на сегодня завершим с тобой. В принципе, достаточно продуктивно так получилось. Ну, как бы, относительно. Это человек. Это что, блядь, такое? Это что такое-то, алло? Вы... Ты чё? Ты кто, блядь? Ой. Что за уродство? Это кто это был? Какие-то кузнечики? Ты чё, блядь, бессмертный, что ли? Ну вот теперь, наверное, смертный. Успокаивающий, успокоительное мне дал. Конечно, блядь, после такого надо по-любому успокоительное. Такая чертила. Страхуильная. Сейчас возьму и вот эти встану, что ли? Так, сразу убивай. Убил? Молодец. Взять предмет. Зачем он надо? Замедлять накопление инициативного статуса страха повышает сопротивляемость страху. И кладбищенские сторожа, и палачи, и торговцы подношениями, все, кто имеет дело со смертью, держат при себе это лекарство и следуют простому правилу. Если одолевает страх, прими лекарство. Я понял. Что он у меня супер... А, во. Успокаивающий. Так, а почему он у меня не бьет-то то, что я вот...
Итимонзи-то? Чё он у меня не Итимонзи, а какую-то хуйню делает, а? О! Сейчас, блядь, Итимонзит. А! Чё-то, короче, не срабатывало. Ну да ладно. Ой, ой, это туда дальше надо идти, да? Эти боятся. Чё тут такое? Чё за страхуизм? Записка пленника. Найдена рядом с трупом заброшенного подземелья. Допустим, что ароматный камень хранится под землями Асина. Ароматный камень. Ароматный. Чего? Какой камень может быть ароматный? Какашка высохла, что ли, закаменела? Но что имеется в виду под броситься? Этого в Фолианте не разъяснялось. Удалось ли им достичь дворца первоисточника? Хотел бы я это знать, но, похоже, моему желанию не дано осуществиться. Катара, прости меня. Ух, ни хрена себе. Все? Все? Что это за места такие вообще? Кто тут, блядь? Кто? Так, а куда можно было зацепиться? Эмблема духа. Она не притягивается. Успокаивающий, я понял. Так что ли, все? Все? А ты че? Башкой долбится. Ой, блядь, там какой-то чертило, короче. Так. Кто тут? А там он идол, да? Пока что вообще красный сгусток. Фу, это мозги. Круглый красный сгусток накладывает статус красные глаза, устойчивый к прерыванию атак, но делает невозможным воскрешение. Такой сгусток остается после тех, кто в жизни не смог достичь желаемого. На ощупь кажется, что он немного теплый и даже слегка пульсирует в руках. Фу-фу-фу. Да ёб твою ж мать-то, а! Да ты чё, блядь? Это чё за чёрт? Ты, бля, охуел, что ли? Сука. О, и Тимон здесь сработало. Всё? Охренеть. Просто вон, там идол резчика есть. Блять, и кузнечики заебли. Так, ладно. Хуй с идлом. Тут кто-то стоял. Это враг? Похоже, что не враг. Так, если ты не враг, тогда кто ты? Что? Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? А мы молчим, как всегда. У нас волк молчун. А, говорит, понятно. Ты должен быть Синоби. Да Синоби, Синоби. Давай скажем «да». Именно. Я так и думал.
Не желаешь ли оказать мне услугу? Я тот Дзюн. Мне поручили подготовить лекарство из вод молодости. Перейду сразу к делу, уважаемый Синоби. Это письмо я получил от господина. В нем все подробно расписано. А король письмо лекаря. Потерто запрещенное письмо крови письмо, написанное Досаку лекарями заброшенного подземелья. Требуется один крепкий человек. Предпочтительно опытный самурай или дюжий воин, вроде солдат из отряда Таро. Таро или Таро. Похуй. Его нужно доставить в целости. Досаку. И чё? И чего? Мой дорогой Синоби, все подробности в документе, который я тебе дал. Учитывая природу этой информации, ты, я думаю, согласишься, что чем меньше мы будем что-то там... Пошел в пизду тогда. Так, ладно. Пойдем туда сходим, что ли. Тут идол резчика. Правильно? Правильно. Нашли идол резчика. Охренеть. Так, отдыхать мы пока что не будем. Быстро сходим туда. Ой, ты, блядь, какие, а? Суки такие. Тут, блядь, такой. Ёбаные эти кузнечики, а? Масло. Я понял, взял масло. Еще масло. Последний укус. Тайный синий яд Синоби. Вот как их безопасно убивать. Ну, сука такая. Какие? Как-то вот он меня раз покусал, аж жутко прям стало. Прям жутко аж. Думаю, не стоит. Больше испытывать. Блять. И туда можно идти. Вот куда только читать. Рушащая башня для подношений. Здесь покоятся вассалы клана Асина, казненные после большого восстания. Да обретут их души покой. Я согласен. Может, и обретут. Тут что? Стоит сюда вообще Носяру сувать? Как думаешь? Что-то мне не очень нравятся все эти места все. О, бля. О, бля. Слушай, пойдем-ка мы к идолу. Отдохнем. И на сегодня завершим, а то уже целый час почти. Играем. По-моему, и так достаточно продуктивно. Так, а тут после идол-то еще есть куда идти-то? Так, медитировать, отдохнуть. Короче, тут заблудишься, нахер. Просто заблудишься. Я пока что ничего не понял. Да, есть куда идти, можно идти вот сюда. Железо, отлично. И там... Так, кто-то под водой был, да? Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. А ты кто? А ты что, слепой, что ли? Ты слепой, что ли? Нет, неплохо, конечно, что ты слепой. Я как бы рад. Что вы все такие тупомордые. Успокаивающие. А, ну понятно, они с успокоительным сидят, правильно. Черный порох. Вот вот сейчас до хера набрали, смотри, ой, кошелечек. Это все, конечно, отлично. Но. Леденец Ако. Кто-то под водой плавает, короче, я так понял. Вот. Поэтому нам он туда получается, да? Блин. Мы как-нибудь закончим сегодня? Цепляет, цепляет. Просто очень интересно, что будет дальше.
Давайте, чуваки. Чуть не убили меня, а? Обидненько сейчас было бы. Хотя, может, и будет еще обидненько. Я тут пытаюсь куда-то выйти, я не пойму, куда мы вообще, где мы, блядь. Что здесь такое? Оп. Ты что такое-то? Опа! Лифтик. Нихуёвенько так, лифтик. А куда мы едем? Получать пизды? Нет? Куда-то приехали. А тут идол далеко? Или уж не будем морочиться с идолами-то? Они не разбиваются. Не? А, что-то он разбивается. Что-то, но не все. Господин, да, вы. Это голос ребенка? Да вы, да я. Хрена себе, что такое? Поговорим. Люди в храме Сэмпа отошли от учения Будды. Если вас поймают, неизвестно, что вас ждет. Я понял, я нечаянно одну строчку пролистнул. Ну и хуй с ним. Больно долго тут, прям вот. Вам лучше вернуться тем же путем, что и пришли. Да я вон идол нашел. И все же... Затыкайся уже, хорош все. Если вы твердо решились войти, я не стану вас останавливать. Нормально там, красивенько. Но в таком случае, прошу, берегите себя. Бережем. Все, я понял. Ладно. Вот давай вот так вот делаем. Сколько мы идол сегодня нашли, а? Отдыхаем. Так. Ну и давай на сегодня все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если понравилось мое видео, ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал. Если еще не подписан, не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, еще раз, уже третий раз сегодня говорю. Завтра Шинму 3 не пропусти. Ну все. Еще раз огромное всем спасибо и пока.